Соревнования по аквабайку мы проводим с 2003 года, причем проводим ежегодно, и бывает даже, что не по одному старту в сезон. Вот. Значит, причем соревнования разного уровня. Проводили кубковые соревнования России, сегодня мы проводим всероссийские соревнования, они называются Кубок Поволжья, ну и чаще всего, естественно, мы проводим соревнования нашего как бы областного местного уровня, это Кубок Поволжья, хотя на него приезжают из других регионов, это Москва, Санкт-Петербург, Псков, вот отовсюду сейчас ездят. То, что касается сегодня спринт-кросса, ну это, наверное, не новый вид, мы пытаемся, скорее всего, вернуть и модернизировать нечто уже то, что мы делали раньше. С чем это связано? Дело в том, что все сейчас, все гонщики в основном ездят кольцевые гонки. Но на самом деле это для зрителей утомительно, но и для новых участников, для новых спортсменов, которые пытаются себя найти в этом виде спорта, ну, как бы определенный тормоз, потому что люди боятся сразу идти в гонку, потому что в гонке есть контакт, и многие просто отказываются, остаются на берегу. Вот мы попытались сегодня воспроизвести нечто такое среднее, то есть практически участники всю гонку идут по параллельным трассам, контакта у них почти нет. Ну, соответственно, вот надеемся, что это дело приживется, и мы сможем вовлечь новых спортсменов. Ну, кольцевая гонка, выставляется кольцевая трасса, дается как бы определенное время, там 10 или 15 минут, гонщики едут, кто больше проедет кругов, после окончания времени дается, ну, еще последний круг, так называемый финишный, после этого идет подсчет кругов, кто проехал большее количество кругов и пришел первым, является победителем.